незаконным рекламным щитом на улице Солнечная справляются в считанные минуты. Работа у монтажников есть круглый год. Сейчас в городе насчитывается больше 300 щитов, владельцы которых поставили их без разрешения и незаконно получают прибыль. С начала года с улиц города убрали больше 50 рекламных щитов. В отношении остальных выданы предписания, и демонтаж производится в соответствии с утвержденным графиком. Мониторинг специалисты комитета по наружной рекламе ведут постоянно и выявляют все новые незаконные щиты. Если владелец объявляется, тогда он должен признать то, что конструкция его. Если это физическое лицо, он платит штраф в размере 5000 рублей. Если это юридическое лицо, от 500 тысяч рублей. Демонтированную конструкцию отправят на базу хранения, где она будет находиться в течение месяца. И если владелец не объявится, щит утилизируют. Лариса Шлафаст, Константин Головин. События.